Всем привет! Меня зовут Авами Лиса, и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я решила снять для вас видео, где я расскажу вам и покажу вам, какая же одежда нас всех полнит. Идея снять такое видео пришла мне после моего диалога с моей подругой-моделью. Дело в том, что она присылает в один момент мне какую-то свою фотографию и жалуется, типа, посмотри на мои ноги, неужели я располнела? Почему ты молчала, почему ты не сказала мне о том, что я потолстела? И я смотрю на эту фотографию, и я реально понимаю, что у нее ноги на этой фотке кажутся, ну, довольно массивными, довольно плотными. И тут я вспомнила и мои такие фотографии, где я в похожей одежде кажусь на этих фотографиях, ну, значительно полнее, чем есть на самом деле. И мы с ней нашли некоторую закономерность, что, оказывается, действительно есть одежда, которая портит нам всем фигуру. Она испортит фигуру практически каждой девушке, даже девушке очень модельной внешности, то есть высокой и худой. Я делюсь с тобой моими с подругой секретами, а ты поделись этим видео со своими друзьями в своих социальных сетях. Нужно делать людям добро. Ну и разумеется, если ты впервые на моем канале и еще не подписан, то обязательно подпишись. Тык. И включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем никогда ничего не пропустить. А мы приступаем. И первыми в этом списке будут облегающие шорты. Смотрите, тут я вам наглядно покажу разницу. Эти свободные шортики, они делают мои ноги супер худыми и длинными. А теперь смотрите, какая большая разница между ними и белыми облегающими шортами. В белых, ну, мои ноги кажутся более плотными, а в свободных, наоборот, ноги выглядят очень тонкими. Я понимаю, что многие, наверное, сейчас негодуют, особенно мои новые подписчики, я сама по себе худая. Поэтому мне очень трудно показать вам это сильно наглядно. Но я надеюсь, что даже эти фотки и вставки дадут вам увидеть некоторую разницу в том, что одна одежда делает фигуру более плотной визуально, а другая наоборот. Вот смотрите, сами демонстрирую вам наглядно. Эта фотография и вот эта фотография сделаны, ну, с разницей в один день. То есть я никак не могла на этой фотографии набрать лишних, я не знаю, мне кажется, кило 10 или 15, как кажется, а на этой внезапно найти лишние 10-15 кило похудеть. Ну, я надеюсь, вы оценили мой супер-альфа-самковый стиль. На самом деле тут такое дело. Мы приехали в Италию в супер-дикую жару, там было под 40 с лишним градусов, и невозможно на улице было находиться. Единственная, самая прохладная одежда, которая еще минимально подходит для длительной ходьбы, выглядела вот так. М-да. А вот пример не со мной, но ровно та же самая история. Верх ноги выглядит плотным. Дело действительно в шортах. Посмотрите, как плохо эти шорты сидят на мне тут. То есть они сами по себе классные, они красивые, но они по какой-то мне причине непонятной сделали мои ноги очень плотными. А эти же шорты, более свободные, наоборот, сделали мои ноги, которые так сами по себе не очень-то и толстые, еще более худыми, чем они есть на самом деле. Видите, какая разница? А это всего лишь шорты. Светлые брюки или джинсы стретч, на мой взгляд, просто сильнее всего остального портят фигуру. Они не совсем понятно сидят, и, видимо, из-за цвета еще к тому же уплотняют фигуру. Я, кстати, не знаю, чем руководствовалась при покупке этого вот, но я просто, когда увидела это все на манекене в паре с этой джинсовкой и обувью, тут ее, кстати, не видно, но там зайчики, а вот тут видно, и поняла, что мне это очень надо. В общем, знаете, как это часто бывает, в примерочной мне все нравилось. А потом, когда я походила, увидела, что что-то не то. Год пребывания меня на ютубе научил тому, что нужно обязательно уточнять, что этим видео я не говорю, что эта одежда плохая. У меня самой такой одежды навалом, и я ее ношу. Я лишь говорю, что такая одежда визуально полнит фигуру. И если вы не понимаете, какого фига, блин, у вас на одних фотках ноги худые, а на других они толще, то, скорее всего, дело именно в подобной одежде. Кстати, в комментариях к этому видео обязательно напишите про одежду, которую, как вы лично сами считаете, вас полнит. Или, как вы считаете, которая полнит окружающих людей. Будет очень интересно почитать эти комментарии как мне, так и, я уверена, всем другим людям, чтобы в дальнейшем, возможно, не совершать такие ошибки, ну или специально их совершать, чтобы казаться визуально плотнее. Все-таки у всех разные цели, и нужно это понимать. Следующий пункт – это цветные скини-джинсы. Практически всегда такие джинсы будут добавлять вам некрасивых очертаний ваших ног и будут добавлять вам лишних несколько кило. Но, кстати, такие джинсы имеют некоторые исключения, но, пожалуй, что составляют такое исключение только подростки, у которых фигура еще сама по себе не обрела женственные изгибы, и девушки, у которых мальчишеский тип фигуры и прямые ноги. Вот мои красные джинсы. И вот посмотрите сами, как в них мои ноги некрасиво выглядят. Да, мне очень нравятся эти джинсы, мне очень нравится их цвет, к тому же красный сейчас очень моден. Но я считаю, что такие джинсы носить с какой-то укороченной кофтой было бы очень-очень большое заблуждение. Поэтому я считаю, что если уж носить такую яркую вещь, а я соглашусь с тем, что иногда хочется каких-то ярких кислотных джинс, то, наверное, нужно ее совмещать с какой-то одеждой, которая бы прикрывала вам ваш папан. И тогда, да, тогда как-то все-таки очертания выглядят более приятно.
Следующий момент, опять-таки, касательно джинсов, это джинсы с патчами. Всякие нашивки, наклейки, непонятные разрезы. Я не имею в виду драные джинсы, а именно непонятные маленькие разрезы в каких-то неясных местах. Одно время я очень любила такие джинсы, но я не понимала, почему ни на одной фотографии мои ноги не смотрятся нормально в такого рода джинсах. И как оказалось, дело действительно в том, что всякие патчи визуально очень сильно полнят нашу фигуру и делают ноги какими-то странными. Вот, смотрите сами, что мне от вас скрывать. Причем одно время у меня таких джинсов было очень много, и у меня были как очень дорогие, так очень дешевые, и были совершенно разные цвета, то есть у меня есть светлые джинсы такие, темные такие джинсы, и все они одинаково плохо на мне по какой-то причине сидят, делают мои ноги всегда полнее. Немного не в тему, но вы видите эту коробочку? Она полностью набита косметикой. Эта коробочка будет разыграна среди моих подписчиков. Чтобы участвовать в этом розыгрыше, вам нужно подписаться на мой инстаграм и уже сегодня выставить любую мою фотографию к себе в профиль или фотку такого формата, где видно, что вы проводите день за просмотром моего видео, и рассказать, почему вы любите смотреть мой канал. Убедитесь, что вы подписаны на мой YouTube, чтобы не пропустить видео, которое будет в эту субботу, ведь там я расскажу все условия более детально. Поэтому подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, выставляйте фоточку и участвуйте в розыгрыше. Следующий момент, к сожалению, на себе я вам не покажу, но то, что я заметила реально со стороны, это укороченные полусапоги, которые надеваются на джинсы. Особенно, если у таких полусапогов есть, знаете, такая вот окантовка, что-то примерно вот такого вот формата. Это всегда очень-очень визуально полнит вашу ногу, вашу фигуру, делает ее более грузной, особенно если это сочетается с притальным пуховиком. А теперь к притальным пуховикам. Сама этим очень сильно грешу. И опять-таки я не понимаю, почему на фотографиях фотки мои не получаются красивыми, почему, как бы, казалось бы, в таком классном пуховике я выгляжу не так уж и классно. Оказалось, что любой притальный пуховик визуально делает нашу фигуру шире, делает нашу фигуру менее пропорциональной и делает ее именно что полнее. При этом есть небольшой парадокс. Прямой длинный пуховик, который сейчас на волне моды, и который, в принципе, наверное, этой зимой приобрели себе практически все модные девочки, он так с фигурой не поступает. Он, наоборот, делает наши ноги более тонкими. Хотя, казалось бы, это, по сути, просто бесформенная прямая, пошитая какая-то штучка. Следующий пункт – это укороченные штанцы и джинсы. Этот тип брюк также называют капри. И беда их не столько в том, что они полнят, сколько в том, что визуально укорачивают ноги. И из-за того, что ноги кажутся более короткими, они кажутся, ну, более плотными. При этом мне очень нравится эта модель, но она у нас укорачивает и уплотняет, и с этим ничего, к сожалению, не поделать. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, а если это так, то ставьте ваши лайки, лусы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на мои социальные сети, на мой инстаграм и на мой телеграм. И всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч!